Привет, великие пояса в горошек! С вами проект Muay Thai CK и я, Варченко Виталий. В этом видео вы увидите нечто, а именно тренировку каких-то индийских ниндзя. Я не могу назвать то, что вы увидите, тренировкой Muay Thai или единоборствами вообще. Скорее, это постижение дебилизма под летящей подошвой старых и грязных кроссовок великого мастера-тренера. Это видео мне прислал один из моих подписчиков с вопросом, так ли на самом деле проходят настоящие тренировки по муай-тай, или это какое-то секретное направление ниндзя. Я склоняюсь к второму варианту. Как правильно набивать тело именно бойцу, и как правильно накатывать голень, чтобы сделать ее стальной, вы увидите в этом же ролике, но после этого мордобоя. Я покажу вам свои прошлые видео на эту тему. А сейчас мы посмотрим на что-то очень странное и непонятное. Меня очень задел этот вопрос и непосредственно само видео, но я должен был его вам показать и объяснить, чтобы ребята, которые хотят заняться муай-тай или другими единоборствами, не подумали, что так проходят настоящие тренировки и над ними будут издеваться, убивать и забивать до полусмерти. То, что вы сейчас видите на своих экранах, это полный маразм индийских или пакистанских отморозков, которые решили, что тренировка по тайскому боксу или единоборствам, я даже не могу сказать, что это именно муай-тай, должна быть жесткой, болезненной и страшной. В общем, придумали тему подготовки ниндзя-убийц, только в индийской манере. Конечно, это и слова можно применить и для реальных тренировок, но только под ними понимают разные понятия. Тренировка не должна калечить человека, особенно новичка, а также тех, кто занимается просто для себя, а не для соревнований. А таких 95% от всех тренирующихся. То, что вы видите, это не тренировка. Это извращение отдельных даунов, которые решили самоутвердиться за счет побоев индийских крестьян или пацанов, которые пришли постигнуть единоборство в один из гаражей местного авторитета, но попали на подготовку ниндзя-убийц в индийской манере. Если бы они еще при этом пели песни, тогда бы у меня вопросов не было. А так не по понятиям. А если серьезно, то нельзя набивать тело таким способом. Нельзя просто лупить в перчатках по голове стоящего человека и думать, что ты обретаешь железную башку. Это то же самое, что прийти в ночной клуб и сказать местному гопнику, что он и вся его бригада голубые попугаи, ждущие своего орла. А когда после этого тебя будут впечатывать подошвами в асфальт, представлять, что твоя голова и тело с каждым ударом становятся все сильнее и прочнее. Нельзя набивать тело жесткими ударами, куда попало, а тем более между ног. Промежности нельзя набить, да и незачем. Стальным должен быть характер, а не колокольчики. В общем, все, что вы увидите в этом видео, вы практически не увидите ни в одном нормальном зале. Так что принимать это за реальную тренировку не стоит, и можно смело выдвигаться в нормальный зал. Напишите свои впечатления от происходящего на видео в комментах. Сейчас вы увидите еще две темы. Правильная набивка тела и постепенная накатка голени. Как это делать правильно, постепенно и без травм. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Они должны увидеть эту школу индийских ниндзя. А если ты хочешь научиться драться, усилить свои тренировки и нормально тренироваться, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Привет, бойцы! Продолжаю свои видеоуроки за здоровый и трезвый образ жизни. Меня зовут Варченко Виталий. Сегодня покажу такой очень важный такой момент именно для бойца. Это набивка тела, всего тела, самых таких важных, наиболее болезненных точек. Мы будем набивать бедра, будем пресс, ребра, плечи. То есть такие моменты, так сказать, железная рубашка, да, как в Шаолине это все завуалируют под секретные техники. На самом деле это все просто вопрос регулярности тренировок и получения этих ударов. Да, если ты получил там на тренировках 1000 ударов по корпусу, то естественно, у тебя корпус будет толковый, хороший, ты все можешь принять, все перетерпеть. А если ты там 10 лет себя хлопал ладошками по пузу, а потом получил один раз, то никакой, так сказать, секретная техника тебе не поможет. Я покажу три варианта от более легкого к более сложному.
вообще просто варианты как набивки, да, мы будем работать сейчас только ногами, набиваться, а ты уже по своей, так сказать, подготовленности уже с напарником будешь определять, какой для тебя вариант лучше, более проще, более-менее болезненный. Все опять-таки зависит от адекватности напарника, да, и понятно, что можно один раз влупить в ногу со всей силы, и на этом вся набивка кончится. А можно нормально, спокойно набиваться, постепенно добавляя сил. Итак, вперед, работаем. Итак, первый вариант — это поочередная набивка, то есть ты с напарником по очереди друг другу бьешь на каждую точку, да, по два удара, то есть ногами. Мы сейчас работаем только ноги, то есть на левое бедро. Ну, сейчас как это все будет, я начинаю, Серега за мной все просто повторяет. Внешний лоу-кик, внутренний лоу-кик. И он отвечает: внешний лоу-кик, внутренний лоу-кик. На правую ногу потом. Внутренний, внешний. Поочередность не важна. Внутренний, внешний. На пресс. Левый фронт, правый фронт. Middle kick. Руки поднял, аккуратно, обязательно локти поднимайте, чтобы с перепугу не опустил локти. То есть правый middle, левый. И ручки поджали, работаем плечи 30. Сюда удары часто прилетали. То есть правый, левый. И мы по кругу дальше работаем. Это все так работается в таком темпе, без остановки, па-ба-бам, па-ба-бам, то есть все в темпе. Второй вариант, более сложный. Чем более сложный, тем, что мы сейчас будем в одну точку бить по 10-15 ударов. Почему более сложный? Потому что получается, когда мы бьем поочередно, да, успевает отдыхать. Нога, пресс отдохнул, потом пошел там второй удар. А здесь можно стрелять в одну точку, как бы и нога быстрее забивается, например. То есть мы стали в левостороннюю и пошли. Я ему, лоу, он мне. Бам, 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 бам. И мы просто друг друга там 10 ударов долбаем. И тут уже по самочувствию, так сказать. То есть удары делаются, пока не перейдется нога. И так, да, то есть такой соревновательный немножко момент. Ну сразу не надо. То есть побили правую. Поставили правую ногу вперед, пошла работа левой. Бам, бам, бам. Точки. Бьем все те самые, которые мы только что работали по кругу. Только мы сейчас их работаем в одну точку. Потом так само левую ногу, внутренняя часть сюда. Я ему сразу левой по левой, то есть внутренняя часть. Потом правую так само, потом на пресс так само, потом middle kick'и, поехали, правый middle kick. И в таком работе, то есть такой режим, одну, вторую, точки все те самые. Внешний, внутренний, лоу, правый, левый, пресс, ребра, плечи. И третий вариант. Такой наиболее сложный, скажем так, потому что его наиболее боятся, как бы особенно новички, это по очереди, по одному удару, произвольно на эти точки. Лоу-кики, пресс, ребра, плечи. То есть произвольно мы делаем по одному удару, то есть любому. Я начинаю, пам, 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 эй, 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 эй. Эй, 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 эй. Почему он такой, так сказать, наиболее сложный? Во-первых, ты не знаешь, куда будет удар, да, и обычно это точка расслаблена, но он наиболее приближенный к боевой такой ситуации, когда ты действительно не знаешь, куда летит удар, и можно пропустить.
Новички боятся, потому что не знают, куда ты сейчас ударишь, начинают локти опускать, там, подставлять, колени поднимать. То есть он как бы, ну, травмоопасный. Если там сильно зеленый ты или напарник, то лучше такое не делать или делать очень медленно. А так, в принципе, вот такая работа довольно хорошая, полезная. Отрабатывай. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.